Нас было четверо, и мы были лучшими друзьями. Но предательство изменило нашу жизнь. Оно связало нас навсегда. От своей жизни убежать невозможно. Рано или поздно ты столкнешься лицом к лицу с гневом. Ты просто не сможешь игнорировать боль. Это всегда и везде будет преследовать тебя. И у такой истории есть только два выхода. Ты позволяешь предательству управлять своей жизнью, или же собираешь мужество в кулак и веришь для того, чтобы заново переродиться. Когда я мысленно возвращаюсь на 20 лет назад, в тот самый день, я вспоминаю, какими же все-таки невинными и самоуверенными мы были. Мне казалось, что я полностью контролирую все в своей жизни. Своих друзей, свою семью, свое будущее. Потому что у меня были планы, большие планы. Но обо всем по порядку. Давайте начнем сначала, с того самого судьбоносного дня в далеком 91-м. Черт, я должен купить цветы Айдай, потому что я ее вчера продинамил. Ну, потому что очень хорошо провел время с Юлькой. Если б не ты, мне б не пришлось просить у вас денег. Так что давайте мне немного денежек. У нас что, на лбах написано «Персональный банк Мары»? Ну да. Конечно. Ребят, я всегда проигрываю, но так нечестно. Дос, мы будем играть, пока не состаримся. Так что когда-нибудь все-таки повезет. Это точно, теория вероятности. Но опять же, это Дос. Парни, кто победил? Как всегда, Даник. Привет, родная. Завтра большой день. Наш Даниэр женится. Честно говоря, я не уверен, что он берет себе в жены достойную девушку. Ведь тебе всегда в ней что-то не нравилось. А он уверен в своем выборе. Но ведь он никогда еще не ошибался. К счастью, ему все давалось легко. Поэтому я доверяю ему. Знаешь, Даник, даже несмотря на то, что ты оставил меня без денег, я все равно люблю тебя, брат. И хотел бы выпить за твою завтрашнюю свадьбу. Ты первый, кого из нас охмутали. А мы думали, что ты будешь первым. Для тебя. Ты больной, что ли? Все женщины созданы только для одного. Для веселья. Как только ты на них женился, все, веселье ускользает. Остается только страшный дракон, который запрет тебя в тюрьме и проглотит. Ключи. О, твоя будущая жена такая счастливица. Даник, надеюсь, Салта не будет против нашей карточной пятницы. Я ведь не на посторонней женюсь. Она все-таки выросла с нами и знает правила пятницы. В
ты такая счастливая. Даняр, завидно, жених, тебе так повезло. Вы были созданы друг для друга. Я знаю. Он безумно меня любит. Мама, не нужно быть такой грубой с моими друзьями. Выпрямись. Даник, я не перестаю тебе удивляться. Как можно быть таким умным и в то же время таким наивным? Знаешь, как говорят, все женщины со временем становятся похожи на своих матерей. А у нее как раз-таки устрашающая маман. Недаром ее прозвали Чингисхан. Она не ладится со своей мамой, так что она точно такой не станет. А меня передергивает от этой мысли. Волосы надо собрать. Эта прическа подчеркивает твое глупое лицо. А платье? Чего так затянулось? Вон, жир свисает по бокам. Тебе еще много нужно работать над собой, чтобы понравиться своему мужу. Ему тоже надо больше стараться, чтобы я была счастлива. Зная тебя, он точно заведет токал. Помни об этом. Даник, ты на самом деле готов отказаться от всех женщин? Конечно, Мара. В жизни может быть только одна настоящая любовь. И она у меня уже есть. Дос? Дос? А ты что об этом думаешь? Даник, ты счастливчик. У тебя будет замечательная жизнь. Знаешь, мам, я никогда не слышала приятных слов в свой адрес. Я выхожу замуж за мужчину, которого выбрала ты. Так что можешь хоть сейчас сказать мне что-то приятное своей единственной дочери? Салтанат, не будь такой жалкой. Я никогда не буду такой, как ты. Я завтра выйду замуж за Данияра, и, наконец, я буду свободной. Свободу. Милая моя, твой муж будет тебя контролировать. И твоя жизнь станет еще более жалкой, чем сейчас. Но ты будешь улыбаться. Будешь покорной. Потому что это то, что должны делать все жены. Так что давай. Забудь свою глупую идею стать певицей. Даньяр не позволит тебе даже попробовать. Ты его совсем не знаешь. Алло? О, рад вас слышать. Хорошо, а вы? Хорошо. Данияр, это твой папа. Бегу, дядя Андрей. Да, пап. Да, я знаю, что я должен быть дома. Мы тут с парнями просто засиделись. Понял. Сейчас заскочу домой, переоденусь и сразу полковнику. Слушайте, парни, мне нужно ехать, срочное дело. Я отвезу полковника в одно место и обратно. Я бы еще хотел заскочить к Салте. Даник, тебе не надоело быть идеальным женихом и сыном? Прекращай, а? Подумай о своих друзьях, которые тоже хотят немного повеселиться. Ладно. Я вернусь, как закончу свои дела. Привет, красавица! Здравия желаю, товарищ полковник. Вольно.
Я знаю, что у тебя завтра свадьба, но ты мне нужен в этой поездке. Слушаюсь, товарищ полковник. Красотулька по имени Жанна, обожаемая. Прекрати этот цирк, нам надо поговорить. Да? Но перед этим ты должна поцеловать меня. Я очень нуждаюсь в женской ласке после того, как проиграл все свои деньги в карты. Хватит, я беременна. Что делать? Да ничего, это его проблема. Может, он на ней женится? А? Блин, Дос, ты на самом деле... Больной романтик. Я рад за тебя. А с чего ты решила, что это мое? Это твое, я спала только с тобой. Не кричи. Не обязательно всем об этом знать. Таким образом, ты теряешь возможность найти себе мужа. Ты действительно бесчувственный козел. А что я должен сделать? Мне нужны деньги на аборт. Я не могу дать тебе денег. Пару минут назад я проиграл все свои последние бабки. Послушай ты, кретин, если ты не найдешь мне деньги до завтра, я пойду к твоему отцу и скажу, что он скоро станет Аташкой. Не стоит. Я придумаю что-нибудь. Ты уж постарайся, потому что я не постесняюсь позвонить ему. Не волнуйся, дорогая. Мара всегда находит выход. Мне очень жаль, дружище, но я не смогу дать тебе денег. Дос! Я могу тебе помочь? У меня есть 10 рублей. Что ты хочешь, чтобы я сделал с этой десяткой? Эй, не ори на него. Ну, приятно иметь дело с такими друзьями, как вы. Как дела? Как Таня, дети? Слава богу, семья в порядке. Как твой сын? Сколько ему уже? 6? Да, 6. Кто бы мог подумать, что мы выживем в той войне и станем свидетелями, как рушится Советский Союз? Да, я тоже представить не мог, что буду жить в Казахстане. Мир не стоит на месте. Мы не знаем, правильно ли это. Что ты имеешь в виду? А некоторые люди из верхушки думают, что все эти изменения не лучшее решение. Они считают, что надо вернуть все на свои места, как это было при Советском Союзе. Это для Ансара. Саня, ты уверен, что ты выбрал нужного человека для этого дела? Ну, Рали, послушай. Я немало повидал. Тебе может не понравиться то, что может случиться. Но мы военные, и мы обязаны выполнять приказы. Мы и есть мощь советской армии. Саня, я полковник. Ты знаешь меня, я знаю тебя. Но у нас времени мало. Реагировать нужно быстро. Ты знаешь то, что ты должен отдать сыну. Выполнить нужно немедленно. Я все понял. Мой сын оценит этот подарок. Вечером я тебе позвоню и спрошу, передал ли ты игрушку сыну. Если ты мне ответишь «да», то это будет означать, что ты все сделал. Хорошо. Я все понял. До свидания. Дядя Андрей, как вы? Маратик, я всегда рад видеть вас вместе. Друзья – это семья, которую мы выбираем сами. Да, да. Друзья – это главное. И поэтому я думал, вы сможете помочь мне. Как ты, Дос?
нормально. Но хотелось бы выиграть. Да я не об этом. Я о свадьбе Даника и Салты. А чё я? Я рад за них. Врёшь. Нет, правда. Они прекрасная пара. Даняр хороший, идеальный. Салта красивая и милая. Да прекрати ты видеть в ней принцессу, она ведьма. Не говори так. Езжай быстрее, насколько это возможно. Есть, товарищ полковник. Мне нужно Данику на свадьбу подарок купить, а у меня бабок нет. Конечно. Ты должен купить хороший подарок. Это твой долг. Да. К тому же ты не можешь опозориться перед Сабиной. С Сабиной? Ну, это твоя невеста, которая... Да, забыл совсем. Блондинка моя беда. Блондинка. Мне казалось, она брюнетка. Дядя Андрей, вы же знаете женщин. Они никогда не знают, какой цвет волос им нужен. Сегодня они блондинки, завтра брюнетки. Ну, мне правда не хочется позориться перед Айнурой. Дядя Андрей, помогите мне. Айнурой. Да, совсем забыл. Ну, я всех так называю, чтоб не путаться. Однажды тебе придется остановиться и прекратить все эти твои сумасшествия. Пора взрослеть, Маратик. Спасибо, дядя Андрей. Я никогда не забуду этого. Ладно. Обещаю, верну как только, так сразу. Ладно, ладно. Спасибо, давай. Дядя Андрей. Не, почему мои друзья такие идиоты? А ты не думаешь, что иногда тебе нужно просто промолчать, а не говорить все, что ты думаешь, а? Паша! Сынок! Иду, пап. Нет. Каждый должен знать правду. И каждый должен отвечать за свои поступки. Здорово, дружище, давно не виделись. Все, что я хочу увидеть, это деньги, которые ты мне должен. Послушай, Шамиль, мы же братья с тобой. У моей девушки сейчас серьезные проблемы. Ну, ты понимаешь, о чем я. Мне самому нужны деньги, чтобы решить эту проблему. Я обещаю, верну долг в ближайшее время. Послушай, ты, Казанова недоделан. Мне глубоко плевать на все твои проблемы. Ты должен мне бабки. Я никогда не буду вторым. Я первый. Понял? И мне плевать, даже если ты обрюхатишь всех баб в этом городе. Тебе лучше вернуть мне деньги сейчас, иначе я просто перережу тебе горло. И у тебя больше никогда не будет никаких проблем. Никогда. Это, по-твоему, деньги? Деньги? Чтобы к завтрашнему вечеру принес мне столько же. Иначе я встречусь с твоими друзьями. И поверь, тебе это не понравится. Даже не смею приближаться к ним. Понял?
Сколько еще ехать? Еще минут 30, товарищ полковник. Останови машину и припаркуйся. Я не понял, почему вы отменили мальчишник? А так нужно было. Даник уехал на службу, я сомневаюсь, что он вернется. Ну и Мара с Досом тоже ушли куда-то. Но я решил подготовить кафе, чтобы ты немножко поспал. Сынок, иногда мне кажется, что в тебе слишком много ответственности для твоего возраста. Каждый день ты помогаешь мне, тащишь все на себе. Неужели тебе не хотелось бы чего-нибудь, какого-нибудь сумасшествия в твоей жизни? Пап, ты, это кафе, есть моя жизнь. За меня не волнуйся, все прекрасно. И мне вообще не нужно ничего сумасшедшего. Читай вслух. Товарищ полковник, при всем моем уважении, я не уверен, что мне позволительно читать это письмо. Лейтенант, это приказ! Приказ номер 736-91. Незамедлительно начать подготовку к введению в Казахской ССР чрезвычайного положения, а именно захвату и отстранению от должностей руководящих лиц, членов Совета министров Казахской ССР, руководителя Министерства транспорта, Министерства связи. Дружище, а почему так пусто? А, решили все-таки появиться. Что с тобой, ты нервничаешь? Не выдумывай, Паш. Никто не приходил, не напрягал тебя, дядя Андрей. Нет. Что ты на этот раз натворил, Мара? Я буду пить. И пить много. Вы со мной? Вы оба странные какие-то. А где остальные? Да я всех домой отправил. Они ведь тоже друзья Даника. Кстати, а где он? А, ты тоже заметил. Все, ребят, давайте домой. Целью захвата является восстановление советской власти на всей территории Советского Союза и наведение законного порядка. Взятие под контроль всех учреждений власти в Казахстане должно произойти до 12:00 по местному времени 18 августа 1991 года и продолжаться до особого распоряжения министра обороны СССР Язова и решения вновь созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению, сокращенно ГКЧП. Черт! Я так и знал. Товарищ полковник, это ведь военный переворот. Отставить разговоры. Поехали. Вот я и говорю. Вы для Даника больше, чем друзья. Вы его семья. И я знаю, он придет. Так что ждите его. И цените время, которое проводите вместе. А я пойду на боковую. Спокойной ночи, пап. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дядя Андрей. Но это неправильно. Мы не можем позволить им этого. Лейтенант, твоя задача вести меня домой. И точка. И все, что ты сейчас прочитал, ты должен забыть. Ты понял меня? Товарищ полковник, ну ведь... Замолчи! Если тебе дорога твоя жизнь, то замолчи сейчас же. Иди завтра на свадьбу. И счастья тебе семейной жизни. Есть, товарищ полковник. Я все понял насчет кирпичного завода. Но ты уверен, что мы можем на этом деле немного заработать и не проколоться? Немного заработать? Да у нас будет дохренища бабла. Я специально купил этот мир на 12. Он сделает меня королем этого города. Опачки!
Хорошо, хорошо танцуешь, девочка моя, а? Бери свои грязные руки, нахал. Я достойна большего. Хоть моя мать и говорит по-другому. Не надо так со мной разговаривать, девочка. Завтра Салтанат выходит замуж за Даниара Аблаева. Так что не смей ее трогать. Ништяк она тебя отшила. Такие женщины, как она, будут умолять обратить на них внимание. Моя жена будет самой счастливой женщиной на свете. Я ее завалю брюликами, да так, что все мужики будут завидовать вокруг. Они будут хотеть то, что есть у меня. Успех, деньги и мою женщину. Забудь об этом, у нас есть дела поважнее. Кирпичный бизнес и бесплатный труд. Нам нужно подстраховаться. Ты же понимаешь, если мы попадемся, мы трупы. А, давай, да, давай за это. Этот женишок в первую брачную ночь должен быть в форме. Да он и так в форме. Он же лейтенант. Паша, зачем ты? Привет, парни. А где все? Паша думал, что никто не вернется, и всех прогнал. Неудивительно. Но мне, если честно, так больше нравится. Выглядишь ужасно. Паш, ты всегда такой милый. Даник, ты передумал. Ты понял, что свадьба – это медленная и мучительная смерть, и решил жить свободно? Мара, хватит. Ты на самом деле передумал? Что? Нет, конечно. Завтра я женюсь, но сегодня я кое-что обнаружил. Что? Сегодня полковник получил секретное письмо. Люди из Москвы пытаются организовать военный переворот в нашей стране. Стоп. Я ничего не хочу об этом слышать. А что было в письме? Даник, ты уверен, что можешь рассказывать нам об этом? Вы мои братья. Я считаю своим долгом вам рассказать, чтобы вы смогли подготовиться, так как я понятия не имею, что будет завтра. Даник, заткнись. Ты в курсе, что с тобой сделает КГБ, если узнаешь, что ты распространяешь подобную информацию? Ребята. А кто доложит на меня в КГБ? Ты? Мара или ДОС? Даник, да ты себя как идиот ведешь. Правила существуют для того, чтобы их исполнять. Ребята. Лейтенант здесь я, а не ты. Вот именно. Поэтому твоя обязанность заткнуться и делать свою работу. Ребята, прекратите. Завтра Даник женится. Это самый счастливый день в его жизни. Так что давайте сосредоточимся на этом. Все, что я хотел, это предупредить и защитить вас. Подумай, как себя защитить. Ну, лично я напьюсь и забуду все, что сказал Даник. Да, я тоже. За Даника и его новую прекрасную жизнь. За Даника и его леди-дракона. Мара. Что бы я без вас делал? Паш. У тебя свадьба завтра. Ты готов? Ну да, готов. Ну, за тебя тогда. Привет, мальчик. Я пришла забрать вашего друга. На пару минут. О, началось. Я даже вижу огонь, который идет из ее ноздрей. Мара, заткнись. Салта, он не имел в виду ничего плохого. Дос. Вечно ты всех защищаешь. Ты лучше себя защищай, слабак. Все, Салтана, достаточно. Ты пьяна. Хочу и буду пить. Зачем ты пришла? Даньяр, а каким ты будешь муж? А что это за вопросы? Я всегда буду защищать тебя и буду отцом твоих детей. Я не хочу детей. Я хочу быть звездой. Я хочу петь, и чтобы все меня любили. И ты должен позволить мне жить так, как я этого хочу. Салтанат, ты будешь женой и матерью. У тебя не будет времени на пение. Я не позволю тебе болтаться непонятно где. Так я не смогу защитить тебя. Мне не надо защищать. Я хочу быть любимой и свободной. Ты пьяна и говоришь глупости.
Не разговаривай со мной, как с ребенком. Ну так ты ведешь себя, как ребенок. У меня нет другого выбора. Ты будешь делать то, что я скажу. И только так ты будешь счастлива. Ты как моя мать. Хочешь меня контролировать. Но меня никто не сможет контролировать. Вот увидишь. Салта, пошли. Мы проводим тебя до дома. Я сам ее отведу. Оставь меня в покое. Иди домой и проспись. Завтра у нас свадьба. Мечтай. Да. Добрый вечер. Да, я дал игрушку Ансару. Она ему очень понравилась. И ты береги себя. Сынок, подойди ко мне. Ты заслуживаешь жить в лучшем мире. Ой, извините, парни. Я обещал маме, что буду дома до полуночи. Даник, завтра у тебя очень важный день. Так что готовься. Твоя жизнь изменится навсегда. Да, спасибо, дружище. Да и не обижай ее. Дос, это уже мое дело. Я сам с ней разберусь. Да, извини. Я не прав. Ладно, я пошел. А что с вами всеми сегодня? Вы Салту видели? Пришла сюда пьяная и не понимала, что говорит. Она должна протрезветь и вести себя, как взрослый человек. Я горжусь тобой, Даник. Ты должен поставить ее на место. Если ты сдашься сейчас, то она будет управлять тобой до конца твоей жизни. Да уж. Потому что никакая женщина не может управлять тобой, да? Ку-ку. Ты что, следил за мной? Нет, мне не надо это. Ты всегда сюда приходишь, когда тебе грустно. Как и я. Я когда-нибудь могу побыть одна? С самого детства ты там, где я. Ну ты жалок. Салта, не будь такой. Я знаю тебя, и это не ты сейчас. Я сама не знаю, кто я. Откуда ты можешь знать? Я знаю. Я люблю тебя. Скажи, что мне сделать, чтобы ты была счастлива? Дос, ты знаешь, о чем я мечтаю? Я мечтаю быть свободной. Свободной от всех. А о чем ты мечтаешь? Я? Мечтаю о тебе. Как ты думаешь, а у меня красивый голос? В тебе все прекрасно.
А ты бы разрешил мне петь? Салта, я бы разрешил тебе делать все, что делает тебя счастливой. Тос, ты такой хороший мальчик. Но моя мать всегда говорила, что Данияр — это моя. Он красивый, умный, добрый. И он всегда лидер. Все подруги меня завидуют. Он же никогда ни в чем не ошибается. Это так раздражает. Да не такое, что он идеальный. Потерял. Дай мне одну неделю. Я обещаю, что найду решение твоей проблемы. Ты что, с ума сошел? У меня нет недели. Я записана к врачу завтра. Мне нужны деньги сейчас. Мара, серьезно. Дом твоего отца в 15 минутах отсюда. Мне кажется, я нашел решение твоей проблемы. Иди, подожди меня в коридоре. Моей проблемы? Моей проблемы? Мара, ты всегда будешь неудачником. Поторопись. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, дяденька. Не буду дожидаться официальной части. Эх, ты мой дорогой. Добрый день, дорогие друзья. Наш уважаемый работник ЗАГСа немного запаздывает, но у нас есть Бауржан, который виртуозно играет на тамбуре. Спасибо. Мои 30 рублей заплатили этой дуре, которая опаздывает на полчаса. Я не знаю, чем гостей развлекать, пусть он сейчас поиграет. Но вроде нормально играет, видишь, все смотрят, не скучают, все радуются тебе. Так что нормально. Так что не переживай, все хорошо. Ты куда? Девчонки, как дела? Привет. Видишь, я держу слово. Вот деньги. Ты украл деньги, подаренные Данику и Салте? Ты ужасен. Тебе нужны деньги или нет? Я возьму эти деньги только потому, что у меня нет другого выбора. Но больше никогда не приближайся ко мне. С этих женщин столько проблем. Одной хоть стало меньше. Настолько низко даже для тебя, Мара. Даник, ты не понял, все не так, как ты думаешь. Опа! Как я думаю, ты просто лживый вор.
Человек, который крадет на свадьбе у своего лучшего друга? Ты... Скажи, если это не так. Ты не понял меня. У меня не было другого выбора. Это не моя вина. Она залетела. Я должен был заплатить. Конечно, это не твоя вина. Она сама залетела. А ну да, еще это вина твоего отца, вина твоей мамы, что она умерла. Ты ведь знаешь, я прикрывал тебя столько лет. В моем доме у тебя была вторая семья. И мы всегда тепло принимали тебя, когда ты прибегал к нам, как мальчишка в слезах после очередной ссоры с отцом. Знаешь, Мара, твой отец был прав. Не говори так. Мара, ты неудачник. Посмотри на себя. У тебя в жизни ничего нету. И посмотри на меня. Я женюсь на красивой девушке. И карьера моя тоже идет в гору. И скоро у моего отца будут внуки. И я добился того, что отец гордится мной. А что сделал ты, Мара? Воруешь и лжешь? Ты мне больше не друг. Твой отец был прав. Ты никогда и ничего не добьешься. Опа! Спина выпрямляй. Это твоя свадьба. Тебя люди смотрят. Позволь мне пригласить тебя на танец. Да. Где ты был? Я тебя везде искала. Ты никогда не должен оставлять меня одну с моей матерью. Я никогда не оставлю тебя одну. Я просто готовился. Готовился к чему? Готовился к тому, что подойду к самой красивой девушке на свете, которая совсем скоро станет моей женой. Вы кто? Вы не видите, я со своей невестой танцую. Ваше имя Данияр Аблаев? Да. Вы должны пройти с нами. Что здесь происходит? Ничего. Ничего, товарищ генерал. Прошу со мной разговаривать в должном порядке. И мой сын никуда не пойдет. Пойдет, товарищ генерал. Ознакомьтесь, ордер. Это нелепо. Что это? А на этот вопрос, товарищ генерал, как вы знаете, я не могу дать ответа. А тебе лучше с нами пройти, пока не начались проблемы. Все хорошо, сынок. Иди с ними. Я знаю, ты не виновен. У нас нет выхода. Мама, но ведь это моя свадьба. Ты мой позор. Ты даже замуж не можешь выйти. Нормально. Оставайтесь здесь. Или я вас тоже заберу. Как они узнали? Кто сдал Даника? Чё ты на меня смотришь? Где Мара? Откуда я знаю? Я же не его няня. Мара, ты где был? Даника арестовали. Ты? Ты сказал Данику заткнуться, иначе позвонишь КГБ. Такого я не говорил. Я говорил, что ему следует заткнуться, иначе кто-нибудь его может сдать. Ты говорил. Да вы спятили, парни. А кто? Кто еще мог это сделать? Босс, он слишком труслив. Я? Мне пофиг. Ты? Да. С твоим обостренным чувством справедливости. Мара, прекрати нести чепуху. Я бы никогда не предал друга. Все вы так говорите? Все! А когда приходит время, каждый думает только о себе! Заткнитесь оба! Вы подумайте, что теперь будет с Даником, а? Все, успокойся, ничего с ним не будет. Допросят и отпустят. Они его увозят. Вы хотя бы понимаете, что вы предатель? Вы понимаете, товарищ полковник?
Обращайтесь ко мне по уставу. Да хоть сам Господь Бог, я тебя раздавлю, крыса поганая. Да тебе даже муху раздавить не под силу. Ты же советский солдат. Как ты мог решить? Решить, что лучше знаешь, что новые реалии важнее порядка. Ты кем себя возомнил, крыса подзаборная? Следи за языком. Твои слова такая же плесень, как и ты, которая жаждет большой власти. А я защищаю свою страну. Что? Ты думаешь, если ты прошел Афган, это дает тебе власть? Но я тебя разочарую. Нет ничего и никого выше закона. Не тебе, гниль, учить меня закону. Таких, как ты, я насквозь вижу. Твою жадность, твой страх, твою подлючую жалкую сущность. Ты жалкое ничтожество, которое пытается прыгнуть выше головы. Да что ты здесь можешь? Начальник здесь я. Это моя территория и мои правила. Говори, сука, что было в том конверте. Сегодня должен был начаться военный переворот. Не так ли? Сегодня военный переворот? Ты идиот! Даже если такая секретная записулька была, но ее не было, здесь бы все взрывалось. Где война, ублюдок? Как только я выйду отсюда, ты вылетишь как пробка. Ты что? Ты думаешь, ты что-то можешь? Гниль поганая. Я научу тебя уважать меня! Говори все, что знаешь. Я уже сказал вам все, что было вчера. Что вам еще от меня нужно? Этого недостаточно. Данияр, ты в КГБ. И поверь мне, тебе не стоит играть в эти игры. Я не играю ни в какие игры. Пожалуйста, отпустите меня. У меня сегодня свадьба. Сидеть! Салтанат, ты уже долго лежишь. Вставай давай. Да уж, помогла. Ну, если ты такая умная, ну давай, скажи ей что-нибудь. Салтанат, все пройдет. Это ведь Данияр. Он даже дорогу не переходит в неположенном месте. Мы знаем, что он ни в чем не виноват. С минуты на минуту он будет здесь, и вы поженитесь. Салтанат, тебе нужно встать. Платье испачкаешь. Фу. Хорошая работа. Вы убили полковника? Заткнись, Тулепов, мне нужно подумать. Он не прекращал нагло смеяться мне в лицо, как будто я пустое место. Я просто хотел ему показать, кто здесь главный. Случайно нажал и... Вам не скрыть это. Аблаев все видел. Более того, сейчас здесь появится его отец, а он генерал. Мы не можем сказать, что это все было случайно. Нужно подумать. Когда придет генерал, направь его ко мне. Я ему все объясню. И? Что вы скажете ему? Не знаю. Скажу,
что его сын должен дать показания, а потом мы отправим его к его женушке, к его отцу. Это благородно с вашей стороны. Но как вы заставите молчать Аблаева? Он же все видел. А все очень просто. Я отправлю его в Мирный 12. Это что за место? Это место купил мой друг. Тот, кто туда попадает, никогда не возвращается. Это похоже на лагерь смертников. Но он же никого не убивал. Вы убили. С каких пор невиновность стала так важна? Позаботься о том, чтобы он молчал и ни в коем случае не встретился со своим отцом. Избавься от тела. Нет. Мальчик мой, ты должен выполнять все мои приказы. Я повешу это убийство на тебя быстрее, чем ты скажешь, что ты невиновен, понял? Я не слышу. Алло. Да, пусть подождет. Я сейчас приду. Его отец тут. Что мне делать? Направь генерала в мой кабинет, я с ним поговорю. Подготовь бумагу, где мы свидетельствуем, что лейтенант Аблаев выхватил у меня оружие и убил полковника Ибрагимова, когда тот обвинил его в прочтении секретного письма о готовящемся военном перевороте. И отправь Данияра в Мирный 12 с билетом в один конец. Но у него же сегодня свадьба. Я думаю, его планы изменились. Вставай! Ты переезжаешь. Вы отвезли его в больницу, он жив? Просто закрой рот и вставай! Я не понимаю, он ведь генерал. Почему Даниара все еще не выпустили, а? Прекратите паниковать. Этот допрос продлится немного дольше. Но Даник переживет его. Может быть, это даже урок для него. О том, что он не такой уж и неприкосновенный. Его выпустят, и мы будем смеяться над этим случаем. Мара, помолчи лучше. Паш, а ты что думаешь? Я думаю, что кто-то предал Данияра. И что наша жизнь изменится. И мне это не нравится. Салтанат! Открой дверь! Салтанат! Тебе лучше немедленно выйти оттуда. Ну, хорошо. Я считаю до трех. И Бог тебе в помощь. Раз. Два. Как это некрасиво с твоей стороны заставлять нас тут всех ждать. Что ты себе возомнила? Порой я задумываюсь, для чего люди строят планы на жизнь и так сильно привязываются к ним. Ведь на самом деле планы – это лишь то, что держит нас на месте. А то непредвиденное, которого не было ни в каких планах, в один миг может кардинально изменить всю нашу жизнь.